Друзья, всем привет, я сейчас на работе нахожусь, вот решил чайку попить, и, короче, вот у меня чай вот такой вот, такой вот чай, и брынза. Брынза это овечья, домашняя, не магазинная брынза, вот, брынза домашняя. Сейчас себе сделаю бутерброды с ней, и буду с бутербродами пить чай. Друзья, ну вот я сделал два таких бутербродика с брынзой. Вот он бутербродик один и второй. Вот, и сейчас буду пить чаек с этими бутербродиками. Вам, друзья, тоже, если вы кушаете, вам приятного аппетита. Ну что, друзья, начнем. Вкусненькая брынза, в меру соленая. И прям чувствуется, что домашняя. На улице морозы такие стоят, минус 22 градуса сегодня. Чаёк тоже нормальный этот, такой неплохой. Сейчас, друзья, уже где-то 10:30 вечера, я на работе. Но я сегодня на работе буду всю ночь. А завтра с утра мне на другую работу еще идти. Вот так и кручусь, как белка в колесе, с одной работы на другую. Так, давайте второй бутербродик съедим, да? С овечьей брынзой. Вкусненько вообще.
Мне очень нравится сочетание, вот именно когда брынза, да, бутерброд с брынзой и чай пьешь, чаем запиваешь, вообще классно, вкусно. Ну, на мой вкус это вообще вкусно. Недавно с дочкой по скайпу разговаривал, с Лизочкой. Она мне там рассказала, что она гимнастику ходила. Вот, поболтали с ней там о том, о сём. Я говорю, я с дочкой, когда поговорю, да, пообщаюсь, мне прям аж хотя на душе легче становится. Прям как какой-то аж вот именно такой положительный заряд получаю. Чайку тут осталось. Давайте, друзья, еще, наверное, бутербродик сделаем один. Так, вот батончик. Батончик отрежем. И кусочек брынзы возьмем, положим на этот батон. Сейчас, друзья, минуточку, минуточку, друзья. Блин, у нас так работы сейчас много вообще. Особенно на той работе, на которую я пойду завтра с утра. Там вообще там целый день на ногах, там дурдом прям. Такс. Ну, друзья, сделал себе еще один бутербродик. Классно, вкусно.
Ну, друзья, вот я перекусил, побежал я дальше работать. Вам всего хорошего, до свидания и до новых встреч.